Уже седьмой по счету международный турнир по мини-футболу среди команд таможенной службы принимает город над Бугом. В этом году за главный приз поборются 8 команд, которые, согласно жеребьевке, разделились на две группы. В 6 предыдущих розыгрышах турнира лидерами оставались хозяева – сборная Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Однако то, что собрались сильные команды, обещает напряженные и красивые матчи. Этот год, 2013 год, к нам приехали очень сильные команды из Украины, очень мощные команды из правоохранительных органов Республики Беларусь. Подобрался такой состав, что игры будут бескомпромиссными. Уже вот первые игры показали то, что идет борьба самая жесткая. В этом году турнир немного изменил формат. Кроме команд таможенных служб, в состязаниях примут участие сборная Министерства по чрезвычайным ситуациям, сборная Следственного комитета, а также футбольный клуб «Динамо Брест». Среди зарубежных гостей – команды Главного управления Министерства доходов Закарпатской области, а также города Одессы. Все участники турнира готовы сразиться за право стать лучшей сборной в 2013 году. Для нас, как для спортсменов, скажем так, это каждое участие в этом турнире – это своеобразный вызов. Все команды хотят победить. Ну, возможно, в этот раз кому-то удастся больше, чем нам предыдущие. Но мы будем надеяться, что у нас, скажем так, все наладится, и мы все-таки сможем хотя бы пробиться в финал. Море удовольствия, море впечатлений, потому что мы ездим часто в Европу на разные турниры, но кое-как в Беларуси именно в Бресте проводится ежегодно. Ну, нравится намного лучше, чем в Европе. Сборная Главного управления Министерства доходов Одесской области решила сделать настоящий подарок не только зрителям, но и участникам турнира. Команда приехала вместе с легендой футбола, настоящим советским и украинским форвардом, лучшим футболистом Европы в 1986 году Игорем Билановым. Заслуженный мастер спорта СССР, а также обладатель золотого мяча, с удовольствием приехал в Брест и не остался разочарованным. У меня появилась минутка, где я могу приехать посмотреть на очень интересный турнир, как бы пригласили, да? И то, что мне сейчас... я смотрю, то очень нравится. Ребята очень неплохо играют. Начало турнира очень неплохое. Турнир еще только начался. Финал пройдет 20 сентября. Дата знаменательная, ведь именно в этот день отмечают свой профессиональный праздник белорусские таможенники. В течение нескольких дней судейской коллегии предстоит проделать большую работу, ведь каждая команда-участница достойна стать победительницей.